По мнению мэра Макеевки, мотивов у Донецка присоединить гвардейку несколько. Первое – получить статус города с миллионным населением. По официальным данным Госкомстата, до круглого числа в столице Донбасса не хватает около 5000 человек. Второй мотив – увеличить количество земли. Третий – проведение Евро-2012. Объездная дорога – такую новую границу хочет провести Донецк, присоединив Макеевские земли. А если бы трассу провели через центр Макеевки? Задает вопрос Александр Мальцев. Можно у нас сделать один мегаполис. И будет Александру Алексеевичу прекрасно. Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харциз. И плюс все прилегающие районы. А там недалеко Снежное и ТРС. Свое мнение на вопрос высказали представители политических организаций Макеевки. Что отделение гвардейки к Донецку ничего хорошего гвардейцам не даст. Я коренной житель гвардейки, я там родился. Вот. И в принципе перебежчики, это родина есть Макеевка. Я думаю, что надо провести просто разъяснительную работу среди населения Червоногвардейского района. То, если, не дай бог, этот план осуществится или замыслы об отделении Червоногвардейского района, каковы могут быть последствия, там, положительные или отрицательные, как для жителей гвардейки, так и для жителей остальной части города. Макеевка родилась в 1690 году, имеет устоявшиеся границы и менять их не намерена. Мне уже, честно говоря, от этой темы становится противно, но еще более противнее, когда цитируются слова о том, что «при чем тут Мальцев обсуждать эту тему?». Но если при чем тут Мальцев, то политически сегодня можно размышлять. Если Мальцев тут ни при чем, здесь ни при чем депутаты городского совета, здесь вообще ни при чем громада городская. То есть получается, мы якобы быдло, которое не заслуживает вообще тему обсуждения своего родного города, в котором мы живем. Решение об отсоединении части города может принять только Верховная Рада. Но при этом она должна учесть мнение общественности. Мэр опровергает обвинение, что перестал заботиться о гвардейке, предвидя ее потерю. По этому году окончание газификации Крупской, вообще там не газифицировалось, третий год выделяем только туда. Окончание строительства обводного водовода. Порядка 1,5 миллиона на ремонт автомобильных дорог. 1600-700 на восстановление наружного освещения. Если Донецк хочет позаботиться о людях, так пусть сначала починит дороги на Гвардейке, проведет газ и воду, сделает капитальный ремонт жилья угольщиков, а потом приглашает к себе, считает Александр Мальцев. Идею создания рабочей группы по отстаиванию Червоногвардейского района Макеевки поддержали все представители политических партий, кроме одной – нашей Украины. Елена Семенова, Алексей Логвин, «Панорама».